Настоящая детективная история развернулась в одном из торговых центров Барнаула. Полицейским, чтобы задержать преступника, пришлось задействовать несколько автомобилей постовой службы и вводить план перехват. Первая неладная заподозрила продавец супермаркета, когда из отдела сначала быстрым шагом вышла девушка, а за ней мужчина. Судя по кадрам видеонаблюдения, такое поведение клиентки было вызвано желанием как можно быстрее покинуть здание вместе с украденной из отдела сумкой. Владельцы торговой точки оказались на месте преступления случайно и попытались самостоятельно задержать похитителя, который сел в автомобиль. Она вцепилась за руль, он начал движение. Меня два раза чуть не сбил. И я отскочил от машины, а он тронулся с места и протащил по земле мою жену. После этого он скрылся с места происшествия, мы вынуждены были вызвать полицию. Менее чем через полчаса правоохранители нашли авто на одной из улиц города, где и был задержан нарушитель. Сейчас против мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража». Его спутница числится в розыске.